красиво здесь на Тургеневской площади. Хотя вот стира, метро «Чистые пруды». Сейчас зайдем в метро. Здесь общий вход для станции Тургеневской и Сретенский бульвар. Там, если идти было прямо, можно было выйти на Сретенскому бульвару. Ну, вот здесь тоже можно. Так, куда мы зайдем? Здесь вот выход один, выход второй. Вот сюда, наверное, он более новый вход. Здесь на станции Тургеневской Сретенский бульвар. Противоположный на Тургеневскую «Чистые пруды». Опять много тут досмотров, рамок. Это новый вестибюль. Открыт уже чуть ли даже не после открытия станции метро «Сретенский бульвар», который не имела своего выхода долгое время, а только через станции «Чистые пруды» либо станция Тургеневская. Прямо на станцию Сретенский бульвар Люблинско-Дмитровской линии, а сюда вот на станцию Тургеневская, которая нас сейчас интересует. Уже скоро час пик, время без 26 вечера. Поэтому сейчас народу уже заметно прибавилось. Так, ну вот посмотрим направление Сухаревское. Отправляется поезд, новый поезд Москва. Поехал. Здесь есть как номерные составы, так и новые. Постепенно меняют подвижной состав на колонке лично тоже. Но часть поездов отсюда пойдет также на Большую Кольцевую работать. Так, а я сейчас поеду. Так, что еще показать здесь на станции? Да, здесь располагается переход на станцию «Чистые пруды». Сюда влево.
прямо выход в город. Ну и тоже там более длинный переход на чистые пруды. Так, нам надо сейчас ехать вот в эту сторону. И тоже подходит новый поезд нового поколения Москва. Следующая станция Китай-город. Вагон Москва. Тургеневский Китай-город.